Ровно полвека назад распахнул свои двери для юных хомячей детский оздоровительный лагерь «Березка». Десятки тысяч мальчишек и девчонок из разных уголков Омской области отдохнули и оздоровились здесь за эти годы. Юбилей «Березки» отметили шумно и весело. Я поздравляю всех нас с полувековым юбилеем лагеря и желаю, чтобы и в последующие 50 лет как минимум лагерь озаряли счастливые детские лица, а на его территории раздавались радостные голоса девчонок и мальчишек из всей Омской области. Хочется пожелать коллективу, прежде всего, той стабильной и правильной работы, которая вот направлена на хорошее, качественное оздоровление детей. Пожелать здоровья администрации, педагогам, всем людям, которые как бы вот работают в этой орбите. Очень много позитивных детей, вожатых. Ну, всегда можно кому-то обратиться, с кем-то пообщаться. Это очень весело, ты находишь много новых знакомых, друзей. Тебе очень классно, много мероприятий и всего. Вкусно кормят, вкуснее, чем дома. Березка – мой любимый лагерь, это уже не в первый раз. Ну, я была много где, во многих лагерях, но Березки мне нравится больше всего. Тут очень-очень классный педотряд, вожатые просто на высоте. Ребята очень крутые, старшие вожатые, все начальство. Вот они все добрые, они понимающие. Ну, тут вообще очень круто.